Так это сюда ты вломился? Приложив немало усилий. Стоп. Это кора континуума? Лучший способ попасть на корабль корпуса, пока тот не исчез. Ты нашел Карел? Где она? Корабль находится в системе Элидра, на орбите планеты Мусора. Контраксий? Космо не удивлен, что гадкому еноту нравятся мусорные планеты. В уборных там можно найти ценную информацию. Вся планета теперь транслирует тот же сигнал, что и скала. Космо не понимает, почему и зачем. Все эти бары, игровые залы и борды... Мы найдем Карел и спасем Контраксию. Может, не стоит разбрасываться обещаниями? Мы стражи галактики. Это наша работа. Я с тобой, Питер Квилл. Правда? Конечно. Воодушевляющая речь. Подлизок. Много кто знает об этом месте? Немало. На всю галактику не рекламируем, но ученые разные прилетают. Знает Танос об этом месте? Мертвый король титанов нас больше не волнует. Я удивлен, что грызун смог обойти твои системы безопасности. Гадкие еноты вечно лезут везде без спроса. Ой, песик злится, что я его обхитрил. Так что это? Еще один лифт? Я есть. Сами поймут. Попрошу отойти, страж галактик. Ого! Что за величественное колдовство? Да вообще, как будто не видели гигантские руки из другого измерения. Прошу на ладонь. А если проблемы? Как вернуться? По паспорту. Он свяжется с Космо и, если проблемы, вернет стража галактик обратно. Я изгод. Лучше уж ты, чем этот капитан отважный. Пора. Расследуйте, что с кораблем корпуса. Доложите с помощью паспорта. И ты скажешь миросознанию, чтоб не было штрафа? Космо постарается. Удачи, страж галактик. Тут есть ремни безопасности. Хоть теперь тебя не вырвет. Это... колдовство? Это головокружительно. Я есть круто. Ты привыкнешь. Мы в космосе. Где-то между космосом, между измерениями, между временем, даже между реальностями. В каком смысле между? С этой штуковиной мы можем попасть куда и когда угодно. Даже в несуществующие места. Типа... прямо дух захватывает. Мстители! Общий сбор! Что за название? Мстители. Должно быть? Должно? Это еще цветочки. О, Пэт Беннетар и Джоан Джетт, храните нас. Что за богов ты поминаешь? Боги. Дракс? Смеюсь не я. Это дурное предзнаменование. Мы все умрем. Прячься, не прячься. Я тебя найду. Или это другая реальность. Знакомый звук. Точно другая реальность. Смотрите, Человек-паук! Стоп, это Земля? Питер! Мама? Скорее, твоя подружка уже здесь. Заходи, Джейни. Питер сейчас будет. Серьезно? Джейни? Итак, вперед! Надежда Халлоуэй! Наверное. Держись, груз! Прибываем! Халла, сохрани! Гони, Маркан! О, понеслась! О, этого не может быть! Вы в порядке? А разве похоже? Я постараюсь включить гравитацию. Ну, супер! Значит, так навсегда и зависнем. Ракета, подскажи, что мне искать? Дракс, скажи звездному подхвосту, что для создания искусственной гравитации используются внешние магистрали питания. А как она выглядит? Передай ему, что остатки заряда должны быть видны на его визоре. И пусть кончает задавать идиотские вопросы и спустит нас. Здравствуйте.
Здесь произошло что-то ужасное. И как ты догадался, по отсутствию силы притяжения или по разгрому? И то, и другое улики. Не вижу ничего подходящего. Передайте ему, что я за него потеть не собираюсь. Используй визор, Питер. Пес говорил о странном сообщении, но ничего не слышно. Может, оно на частоте, которую только собаки слышат? Что он ищет магистраль питания. Питер Квилл, отыщи магистраль питания. Вот чем для пса. Я делаю мысленные заметки о ходе расследования. Важно, что не все спасательные капсулы на месте. Смотрел, Питер? Грот, вызывай псину. Пусть знает, что его рука нас кинула. Хочешь оскорбить его, чтобы не арестовывал? Расследование еще не завершено. Будем ждать. Ракетные ботинки должны быть у ракеты. Ракета, а что вы с Грутом делали в коре? Возвращались в задание. Выполнил. Но зачем возвращаться на забвение? Вы же уволиться хотели. Но там... ждал клиент. Вернулись за гонораром. Может, дело в том, что вырубилось электричество? В отчет для пса. Признаков сообщения не слышно. Космо исправит! Не беспокойте! Не помогает! Гамора, пусть он проверит объект питания! Тут пусто! Так пусть найдет батарею! Ты услышал? Да, да! Ракета, а как ты оказался за решеткой? Намеренно! Услышали, что вас повязали и пришли вас вызволять! Очевидная ложь! Объясните ему, что он ищет. Так, нашел батарею. Наконец-то. Эй, я вообще-то стараюсь. А мы все висим тут. Грызун, я удивлен, что тебя арестовали. Твое коварство не знает себе равных. Так, я установил аккумулятор, но ничего не происходит. Серьезно? Ладно, скажу ему. Слушай меня, Кополюб, что ты там видишь? Тут синий провод и два разъема, желтый и красный. И зеленая штука. Не трожь зеленую! Вот орать тут на меня не надо! Ладно, ладно. Так, воткни провод в любой из разъемов. Нам ведь нужен только импульс.
там любой? Да без разницы, выбери сам! Была не была! Гравитация не восстановлена. Тебя же просили, Квилл. Я сделал все как... Я впечатлен. Ты такой умеешь? Я сам в шоке. Его оружие становится все смертоноснее. Уже второй раз улучшаются. Третий. Если это третий, то когда был первый? Когда меня похитили, и мама умерла. Нужно продолжить. Сначала надо разобраться с обломками. Грот прав. Немного энергии решит проблему. Можешь связаться с Хоффманом? Рассказать, что мы выяснили? Кодовое слово? Ладно. Грут хочет, чтобы мы договорились о кодовом слове. Неплохая мысль. На случай, если нас возьмут в плен. Кодовое слово верхом на звездах. И будем звонить Космо, когда разберемся, что здесь происходит. И предлагаю всем употреблять выражение «в отчет для пса», чтобы помечать информацию, ценную для расследования. Это единственный выход, но нет электричества. Отдельная цепь питания. А переключить на нее напряжение? Не у меня пушки с электричеством. Отчет для пса. Что-то заставило экипаж покинуть корабль. Может, они уволили? Не всем свойственно сбегать при первой же проблеме. Это намек? Нет, адрес на крики. Они расстроены. А мне-то каково? Тебе хорошо. Ведь ты же на свободе. Бросьте. Ракета ушел, но вернулся. Остальное... Нормально. Что же это такое? Возможно, это ключ ко всему нашему расследованию. Вы это почувствовали? Вметь. Тут все прям как на скале. Вот именно. Последняя отчаянная попытка удержать оборону. Подходящее место. Все следы выстрелов от стандартных винтовок корпуса. Если был бой, куда делись тела? И правда. В спасательном ангаре их тоже не было. Может, все сбежали? Я бы на это не надеялась. Ладно, проберемся в каюту Карел. Скажите-ка Квиллу! Да хватит уже! Мы можем общаться нормально. Ладно, готов к тому, что твоя подружка не выжила. Теперь ты уже просто злобствуешь. Здесь только резервное питание. В отчет для пса. В отсеках корабля отсутствует питание. Что мы упустили? Давайте сначала. Нас арестовала твоя подружка. Как и великого объединителя Рейкера. И его корабль взорвался. Не с этого ли все и началось? Может, Рейкер что-то вез на корабле? Может, газ? Узнать бы, как тут все устроено. Мы бы поняли, где все началось. Ты знаешь, где мы, Гамора? Нет. Мне экскурсии по кораблю не устраивали. Тогда доверять тебе было неразумно. Ты опять? Я лишь поддерживаю решение корпуса Лоба не доверять тебе. Чем больше мы ругаемся, тем больше упускает. Блестящая речь. В рекламе посмотрел. Я к тому, что у нас проблемы. Кто-то мы тут в потьмах блуждаем. О-хо-хо! Какая красота! Кончай флиртовать. Это должно быть вверх тормашками. Ну, только если тебе нужно направить всю энергию в потолок. Бессмыслица. Наверняка есть причина, и плохая. Проверь консоль. Она поможет переперевернуть ядро. Или отперевернуть... Отпернуть. Ракета.
манипуляторы не выдвинуты, и консоль заблокирована. Сможем вытащить их? Перевернем ядро. Там должно быть еще оборудование. Гамора, не подсадишь? Разумеется. Да, прямо тут. Выдвигаюсь. Сработало, да! Знаешь, из моих пистолетов вышли бы неплохие рабочие инструменты. Неплохо. Теперь выпустим второй. Так, Гамора, теперь займемся вторым. Ладно. Сработало! Пускайся к нам! Квилл, кончай дурака валять! Эта штука без манипуляторов, как без рук! Парни, у нас гости! Ага, новые зараженные уроды! О, я надеялся тут кого-нибудь найти, но не в таком виде! Теперь мы знаем, кто перевернул ядро! Но зачем? Этот коп собой сейчас, здоровяк! Ты готовься к смерти! Стойте-ка, скала! Это не тот корпус нова, который я здесь искал! Видишь, ступно! Стреляй, ступно! А это грозят в нашем гости? Забудь о нем! Космос делает нам новое! Все, я вправил кукуху этому копу! Квилл Локер замотается к дому! Бальзам на руку! Это мразь явно ждет меня! Гамора, руби! А вы заметили, что когда мы перенаправили ядро, грохот прекратился? Нужно найти способ туда забраться и выяснить, почему. Ракета, что говорит консоль? Так кнопку нажмешь ты. Ладно. Сюрприз! Это что-то подъемник. Можно на ней подняться. Видать, крутые реактивные костюмы местным рядовым не полагались. Да вообще, никто не уважает инженеров в наше время. Хотите эффективное техобслуживание? Эй! Опоры, они нам мешают. Новые эти уроды! Эти послосы от Терри перевернули ядро! Надо Терри от Терри перевернуть его обратно. Сначала покончим с ними. Готово! Тихо! Громило! Громило бросается взрывчаткой! Осторожно! Мы не дыли! Берись! Ты сейчас будешь шустрее! Это громила бросается минами! Как всегда, пожалуйста! Я знал, что ты меня прикроешь! То щит, то мины! Да сколько можно? Выкури! Ракет этого катахвостатого раз и навсегда! Клинок тебе в горло! Получай! Молодец, Драк! Ты достучался до него! Не лезьте на мины! Торкви! Я был в крайнем ударе на бок! Я рядом, здоровяк! Я приношу извинения за свою беспечность. Маленькая царапина, выживешь. Я... О, да! Да! Этот чокнутый коп хочет у нашей главной цели. Они не ведут в нашем успехе. Ну, корпусом хоть можно договориться!
Ладно, давайте снимать стопоры и поехали дальше. Я могу их просто вырвать. Не получится, крепыш. Но зато у нас теперь аппаратная под рукой. Кажись, я смогу убрать стопоры отсюда! Хорошо! Нас не остановить стопорами! Фу ты! Хитрые сволочи! Переставили цепи питания! Стопоры не снять! Мне надоели эти стопоры! Придется восстановить питание, переподключив все цепи по одной! Вот, я открою дверь! Включай визор, на нем видна проводка! Так, визор есть, что дальше? Ты должен видеть на стенах проводку! Ищи маршрутизаторы под напряжением. Ищу светящиеся маршрутизаторы. Так, как найдешь, подай на них заряд, чтобы переключить направление тока. Пальнуть в них электричеством? Ну да, тебе нужны здоровые светящиеся провода, идущие к стопорам в центре. Дракс, мне нужно проделать тут дыру. Я займусь этим. Вот один маршрутизатор. Надо переключить. Ну что, получилось? Пока нет. Переключи еще несколько. И почему Космо не послал разбираться с этой задачей своих дуболомов? Все просто. Тут нужны профессионалы. Ага. Может забраться повыше и оценить обстановку? Есть идеи? В процессе. Здесь заперто. Можешь открыть? Нет, можешь запитать. Не отсюда, но что-нибудь придумаю. Так что толку от Надежды Халы, кроме кучи неприятностей? Это миротворческий корабль. Способный наносить разрушения. В этом и весь смысл. Чтоб в конфликтах он был сдерживающим фактором. Как скучно. Карел бы с тобой согласилась. Грут, у меня одна идея. Можешь корнями поднять меня вместе с этой платформой? Ну знаешь, корнелифт такой. Я искру! Грут хочет попробовать корнелифт. Я искру! Неплохо! Грут любит помогать. Да, он такой. Я искру! Грут прав. Может, позвоним в космос, скажем, что попытались, и уберемся отсюда подальше. Грут, нужна твоя помощь. Корнелив. Я иду. Ну, есть идеи, на что им столько энергии? Им всем понадобилось зарядить свои устройства. Свои что? Планшеты и прочие персональные электронные устройства. И для этого понадобилась бы энергоустановка корабля? Так, я смогу перенаправить питание, чтобы выбраться отсюда. Классный план. Что я открыл? Так, не расслабляемся. У Квилла талант нажимать не на те кнопки и перерезать не те провода. Лохматый грызун намекает на то, что ты приносишь неудачу. О, здрасте. Вам не кажется, что пора идти? А? Несомненно. Теперь вижу, ты сделал половину. Займись остальными.
Так, у меня начинает получаться. Скоро я смогу занять твое место. Вот еще один. Ну что, как думаете, замутят ли снова силикожие леди? Квин, по-моему, ты сам все портишь. А знаете, обычно путешествующих через измерения заставляют проходить через карантин и адаптацию. Дверь открыта, и питание пошло. Еще немного и зайдешь за помощника инженера. Класс. Ага, тут еще один. Квилл, ты сам себе все портишь. Ты специально? Может быть. Похоже, у тебя все получилось. Теперь иди в аппаратную и жми отключить стопор. А я пока переверну ядро, чтобы мы могли ехать дальше. Дело шло бы быстрее, если бы сканированием могли заняться все. Стопоры растопорены. Молодца. Дуй сюда, пока мы без тебя не свалили. И насколько вас хватит без главного нажимальщика кнопок? Мы знаем, что здесь есть зараженные. Значит, наверху с большой вероятностью творится что-то плохое, так? Наверное, им нужен источник питания. И мы их разозлили. Скорее бы разобраться, что тут такое. И вернуться к космосу за наградой. Вот и наша остановка. Эти двери заперты. Найди другой выход. Дракс, вдарь по панели, к которой провода ведут. Отойдите. Приезжай в Калифорнию. Отдохнем, развлечемся. Что это? Ничего. Нет, это. Опять перевернули ядро? Что-то снова заряжается. Класс. Супер. Мы застряли в вентиляционной шахте. Молодец, Квилл. Чувак, ты раздражен. Ты уж прости. Прощаю. Правда? Так просто? Если ты не в курсе, просящий прощения Квилл сейчас не самое важное из происходящего. Воу! Бросьте в хвост! Что эти блядские табуны делают в контракте? Ракета, что это за хрень? Я без понятия! Она что-то вытачивает! Это связано с теми губами? Я не знаю! Это следует поближе! Питер Квилл, вы уже бывали в этом ангаре? Похоже, они чем-то запасаются! Орел бы никогда не позволила сделать такое со своим кораблем. То есть она эвакуировалась? Не знаю. Может, забаррикадировалась в своей каюте. Мы не уйдем, пока не выясним, что здесь произошло. Подсчет для пса. Устройство высасывает энергию из контракции. Здесь взорвался корабль церковника. Да! Как-то тут все изменилось. Из-за гигантской машины. Уверяю тебя, Питер Квилл, именно здесь вы с девочкой чуть не разбились насмерть. Ну так что это? Они используют этот луч, чтобы зарядить что-то типа аккумулятора. Стандартные галактические порты, регелианские сепараторы, катод и гри. Отдельные слова я даже понял. Впервые в жизни такое вижу. Я не сплю. У меня все приборы зашкаливают, но что это за энергия, понять не могу. Что за энергия? Отчет для пса. Вот так. Рот, нам нужно глянуть на ту гигантскую лучехрень. Переправишь нас? Я не сплю. Отчет для пса! Нужно уничтожить эту штуку! Мы даже не знаем, что это! К тому же, так мы наверняка разнесем весь корабль! И себя тоже!
Не подставляйтесь под луч! Дельный совет! Страж Галактик, говорит Космо, улики указывают на то, что Надежда Халы – ключ к тому, что происходит в Галактике. Что там шумит? Мы сейчас готовим исчерпывающий отчет. Да к хвосту твой отчет! Передай, что его рука нас чуть не угробила! Ой-ой. Что за ой-ой, Петр Квилл? Срочные дела, перезвоним. Женщина, здесь пригодится твой опыт сражений с Центурионом. Рассредоточиться! Время больших пушек! Останови! Мы остановим их! Твоя настойчивость достойна уважения! Получай! Ломаем все кости! Я рядом, дружище! Сейчас мы ему наваляем! Пусть летит, Ран! Слишком быстрый! Я также требую спустить этого отступника! О, нет! Серьезно? Центурион? Я так надеюсь, что Центурионы спаслись от этой угрозы! Покажи свои волшебные палочки! Это будет славная битва! Это не все! На стенах! И внизу той! Последние слова! А как вы не видели кадета Гол? Вот такого роста! Да! Отвлекай его дальше! Нам надо придумать какую-то тактику! Моя тактика! Народ, летучка! Чего же мы ждем? Клинки жаждут крови! Меч тоже! Я хочу ворваться в толпу и оставить после себя гору трупов! Ярость мешает вам понимать, что происходит! Если не обуздаете ее, то погибнете! Поэтому мы не пойдем в лоб! Действуя разумно, мы сокрушим их! Кто со мной? Я с тобой, Питер Квилл! Повеселимся! Разнесем! Все, этот чокнутый больше не будет убить! А как еще вбить в них здравый смысл? Надеюсь, они отключили от мира сознания! У них компьютер глючит! Покажи, что можешь, Гамора! Это ты, Чип Карел! Вы ее видели? Продолжай болтать, Питер! Будет им мишенью! Давай, лупи! Да, жутковаты! Ракета! Никого не будет! Как их бить? Они летают! Я так надеялась, что Центурионы спаслись от этой угрозы! Лови его! Главное, это точность! Пока текущая работа! Давай, за дело! Мой конец близок! Мой выход, Гамора! А теперь к делу! Мы остановим их! Моя настойчивость достойна уважения! Тебя как полюсосом греет, Джек-класс! Поверь мне! У всех есть уязвимое место. Дай знать, когда найдешь его. Дракс, уничтожь его. Какой классный у вас пылесос. А для чего он? Лучше спроси их про источник энергии. Этот летун уворачивается от моих выстрелов. Ветки на изготовку, Брук! Они не едины! Это просто! Разделяй их, давай! Не смешли меня! Я зацелюсь! Мы остановим их! Моя настойчивость достойна уважения!
Шустрый какой! Устроим этому поганцу аварийную посадку! Ладно. Сдается мне, началось все именно на этом корабле. Найдем Карел, она нам все расскажет. Есть идеи, где ее искать? Начнем с ее каюты. Я даже знаю, где она. Ты знаешь, как нам выбраться? Да, благодаря Драксу. Выйдем через дыру, куда мы с Ники свалились, когда взорвался корабль Рейкера. А знаешь, ты так и не объяснил, зачем тогда вслед за ней прыгнул. Затем, что просто должен был. Поспешим, могут прибыть новые фанатики. Нужная нам дыра за теми движущимися аккумуляторами. Ха, что-то не так. Ракета, куда ведет вентиляция? Лишь бы подальше отсюда. Нужно приготовиться на случай, если зверь попробует уничтожить машину. Да, спасибо. Имей в виду, эту штуку может расклинить. Нам нужно как-то пройти. Дракс, подтащи эту штуку поближе. Полагаю, у тебя есть план. А, я понял, что ты задумал, Питер Квилл. Можно поднять аккумулятор краном. А, точно. Это я и задумал. А нельзя было отключить эту штуку из реакторной? Нет смысла думать о прошлом. Нужно смотреть вперед. Почет для пса. Грохот продолжается. Бедная контрактка. Райана, есть мысли, зачем им столько аккумуляторов? Нет, но нам с этого будет хреново. Почет для пса. Будущее мрачно. Все по моей задумке. Впечатляющий, Питер Квилл. Надеюсь, он от этого не взорвется. Отлично, вперед! Туннель на той стороне. Хорошо, что больше никто не появился. Объединитель обнаружил вторжение. Вперед! Мы разберемся. Ее волю! Живо! Их слишком много! Прыгайте в дыру! Все же не понимаю, зачем ты прыгнул за девчонкой? В десятке твоих самых тупых поступков. Ты видел, как он за тебя волновался. Эй, без него она бы нас тут сгноила. Я боялся, что нас засадят на подольше, если он погибнет. Это было так мило. Я вас ненавижу. Ни у кого нет идей, что именно этот пылесос-переросток делает с контракцией? Есть. Все мрачные. Так, Грут, кажется, я знаю, где мы. Надо только попасть в тоннели на той стороне. Я почти уверен, нам сюда. Почти уверен? В прошлый раз тут все было в огне. Хочешь, могу устроить. Нет, ракета, нет. Это разве не кусок корабля-объединителя? Объединителя? Да пофиг. Они упоминали, что Рейкера арестовали по той же причине, что и нас. И совсем по той же. Он что-то искал в карантинной зоне. Ники говорила, он ловил богов на свалке. Что за божество обитает в карантинной зоне? Такое, которое нужно держать в карантине. Не думал, что вы с девочкой провалились так глубоко, Питер Квилл. Я не провалился, я прыгнул, как герой. И как вы с Ники тут в прошлый раз пробрались? Да вроде ничего на проходе не было, только огонь. Врубай свой визор, придумай что-нибудь. Гамора, помоги-ка мне здесь. Сейчас. Крут, давай еще разок. Мы найдем Карел и Ник. Так что, все согласны, что Центурион же с девчонкой вряд ли выжили? Карел пережила ужасы войны и роман с Питером. Но я готов поспорить, здесь они не выжили. Ты готов поставить деньги на смерть матери с ребенком?
Ники — невероятно находчивый подросток, а Карел — боец. Я готов... Ого! Побереги! Ты в порядке? Рот говорит, пора думать, как отсюда выбраться. Мы думаем найти ответы на наши вопросы и вызвать Космо. Питер Квилл, это место не кажется мне безопасным. Лучше так, чем когда в тебя стреляют. Ты говори за себя. А ты предпочел перестрелку? Лучше стрелять в того, кто тебе не нравится, чем искать того, до кого нет дела. Нашему предводителю, похоже, есть. Так и нам следует сделать вид. Я есть Грут. Не сомневаюсь. В прошлый раз тут явно меньше искрило. Ракета! А кто? Надо все варианты проверить. Неплохо. Дракс, мне кажется, за этими трубами может что-то быть. Чрезвычайно интересная мысль. Поделись ею с убийцей. Что скажешь, Гамора? Теперь нас не закоротит. Ухожу, без проблем. Что ж, следов Ники или Корел здесь явно нет. Ну, это же хорошая новость. Точно правильно. Нам не туда. Я осматриваю.
Питер Квилл. Так, мне кажется, в прошлый раз тут никакого зеленого газа не было. То есть смертельно опасного зеленого газа. Тут сплошная смертоносная западня. Ведь есть какой-то способ запаять эти трубы. Да уж. Питер! Он не понимает, что такое смертельно опасно? Как насчет твоего магического ледяного оружия? Или, быть может, тебе нравится вдыхать пьянящий аромат смерти? Славно! Вот так! Остынь-ка! А, снова газ смерти! Может, Ники и Корел используют его, чтобы защититься? Или, ну, мало ли, они мертвы. Чувак, знаешь что? Ты ведешь себя, как последний кретин! Даже хуже, чем обычно! Я чувствую напряжение. Может, уже перестанете оба? Согласен. Или помиритесь, или сразитесь с нас. Послушай, Ракета, я знаю, что порой веду себя отстойно. Все мы такие. Уверен, именно это нас и сплотило. Я не отстоен. Я к тому, что вы все мне дороги. Но прямо сейчас опасность грозит не вам. Ведь Ники всего лишь подросток. Но раз ты признаешь, что ты отстой... Уж будь уверен. Ну куда он опять попёрся? Может, ищет улики? Типа. Развлекайся, Гамора. Руки чесались, разрубить что-нибудь. Ты уверен, что нам сюда? Главное, будьте начеку. Знаешь, Питер... Если Ники и Корел действительно... Они живы. Просто нужно быть готовыми ко всему. Они живы. Ничего подходящего для отчета. И следов Ники или Карел тоже. Татьяна Уча, перед лицом вечной тайны смерти. Думай о том, что нас тут заразу. Буду иметь в виду. Вот, нам точно сюда. Отметки говорят об обратном. Вот именно. Секретное убежище Ники совсем близко. Мы ищем не каюту Центурионши? Ну да, после того, как заглянем сюда. Постарайтесь ничего здесь не сломать, это место для нее важно. Ого! Это все Ники нарисовала? Ничего тогда. Ники! Девочка, покажись нам! Советую вести себя менее угрожающе. Я знал, что пригодится. Откуда у тебя их ключ? Берегись, Питер Квилл. По опыту скажу, дети из игрушек ловушки делают. Это не Ники, а моя. Так мы разбираем ее вещи, я бы тогда... Нет, в прямом смысле она принадлежала мне. Квилл, тебе стоит это увидеть. Девчонка тобой бредит. Почему у нее твоя игрушка? Да я просто дал ее Карел, когда мы встречались во время войны. Так, на память. Это ничего не значит.
А это значит что-нибудь? Сколько лет ребенку? 12. Ха! Какая радость, Питер Квилл! Ты будешь скверным отцом. Но если ребенок мертв, в этом случае неважно. Погоди, погоди. Ты нас за этим притащил? Конечно. Ребенку 12. И Питер Квилл был... Да, хорошо. Сроки вроде как совпадают. Значит, это возможно. В школе это не преподавали. Обалдеть. Ладно, давайте убедимся, что Карел и Ники целы. Они явно не здесь, так что пойдем искать дальше.